Ну что, друзья, ночь в пути, и мы на белорусском вокзале Москвы. Сейчас летим, куда мы летим? На ВДНХ, там у нас с 9 до 10 взвешивания, ну и будем там уже гулять. До встречи! Друзья, добрались мы до места проведения соревнований. Вот так вот будет все выглядеть. Отличный антураж. Вот, сейчас будем взвешиваться. Ну и пойдем, наверное, прогуляемся. У нас еще будет времени, час между началом соревнований и выступлением.
хорошее выступление. Результат 41 подъем. Тактически выиграл у смены, но посмотрим, выиграл ли у участников. Сейчас за моей спиной Надюха готовится к выступлению. Будет рвать шестнашку. Вот, посмотрим, что получится. We'll be right back.
Красава, красава, красава. Готовимся к Питеру. Давай, отлично. Все отлично получилось. Чесношкой. 117 повторений на... 116 повторений. Хотел созвездеть, но жена не дает созвездеть. 116 повторений за, наверное, 7 минут. 7 минут там с копейками, но, как видели, гиря уже упала на голову, как когда-то в Литве. Но есть над чем работать, будем готовиться дальше. Смотрите тренировки гиревиков, оставайтесь с нами. Пошла последняя минута. 33, 33.
Андрей Разживин выполнил абсолютно лучшее количество подъемов. 42, твою мать! В общем, тактически проиграл, конечно, всему составу участников. Были вместе на одном помосте, в одном заходе. Конечно, по-другому все решилось, но спорт есть спорт. Ехал сюда, думал, вообще выступлю слабо, потому что в среду мог делать только одни забросы. Очень болела спина, в толчке потянул. Поэтому и так более чем доволен результатом. Коля Борило, твой тренер лучший. В общем, прикольно. Пойдем посмотрим. 25. 26. 27. Друзья, и там на этом мероприятии есть чем позабавиться. Я просто ужасным пользуюсь здесь спросом и популярностью. За моей спиной 71. Чемпион России и мира многократный Владимир Гуров выполняет толчок Гиря, признать его открытой. Так, друзья, примерно вот такой вот масштаб выставки.
хватает всего, и голых девок, и каких-то шестов на машинах. Очень дохрена всякой спортивной вкусняхи. Надо съел недавно какую-то кофейную хрень, кофе пью только раз в день, что-то желудок не хочет принимать, но вообще прикольно. Дохрена всяких людей на нюхалом вкусе фотографировалось. А вот, видели там пару-тройку селебрити качковских. Поэтому идем сейчас на семинар по жиросжиганию, пытаемся попасть. Да, друзья, через минут 30-40 стартует турнир по тяжелой атлетике Дмитрия Клокова. Люди уже потихоньку начинают разминаться, мы посмотрим вживую, как это бывает. Вот, немножечко снимем. Представитель Узбекистана Ахметов Гершидин. Величайший атлет нашей страны, олимпийский чемпион Дмитрий Береста, Россия. Представитель Белоруссии Александр Макаренко. Один из сильнейших тяжеловесов мира. Представитель Польши Клички Кристоф. Представитель Австралии Кристофер Сиачио. Один из сильнейших атлетов мира Арсен Касабиев, Польша. Экс-рекордсмен мира, чемпион Европы, один из сильнейших атлетов мира Николай Новиков, Беларусь. Чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион Казахстана, победитель крупнейших соревнований Ибрагим Берсанов, Казахстан. Чемпион Европы, многократный чемпион и рекордсмен России, победитель Всемирной универсиады Ринат Киреев, Россия. Один из сильнейших спортсменов, многократный чемпион Украины Дмитрий Чумак. Представитель Белоруссии Антон Мазейко, многократный победитель международных турниров. Представитель далекой Австралии Джорджан Стефанс. Многократный чемпион и рекордсмен страны, чемпион Европы, призер чемпионатов мира, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Дмитрий Лапиков, Россия. Один из сильнейших спортсменов мира, представитель Грузии Альберт Кузилов. Спортсмены представлены. Атлеты. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать, что будет в этот раз, потому что многие, может быть, просто случайно попали сюда. Ребят, сегодня будет два упражнения. Первое упражнение будет рывок с виса, как положено, три подхода. Второе упражнение будет трастер. На грудь и сено жировой швом. Есть? Завтра с 2 до 6. Третье упражнение. Толчок со стоя. Максимум. И четвертое упражнение на грудь стойку жим солдатский. В этот раз будет 4 упражнения, потому что я решил приседания и тягу не делать. Как думаете, почему? Хрен ли с ними соревноваться, там пипец. Поэтому сегодня такая больше штанга-штанга, да, близкая. Да? Все, получайте удовольствие. Мы все-таки спортсмены, они же артисты, поэтому постараемся для вас сделать что-нибудь интересненькое. Вот он точно сделает. Давайте. Атлеты, равнясь. Направо. На разминку шагом марш. И хочется проводить спортсменов аплодисментами, бурными, потому что Клоков
когда даже больше 110 лет назад, когда образовался кружок Краевского в Санкт-Петербурге, там не было только рывка и толчка, там было многоборье, там был рывок одной рукой, рывок левой, правой, толчок одной рукой, потом жим. То есть тяжелая атлетика всегда, она мутировала, так скажем. Дмитрий Клоков готовится. Друзья, на улице практически 6 часов вечера. Для нас выставка СМПРО закончена. Очень весело было посетить такое мероприятие, скажу честно. Очень много людей, очень много спортивных людей. Турнир по гиревому спорту прошел на очень высоком уровне. Вы, думаю, видели все в видео. Клокова турнир очень отлично организован, турнир по пауэрлифтингу. В общем, люди развиваются, это радует. Надюха, он нафоталась сегодня со всеми звездами Ютуба, начиная от плюшевой бороды, заканчивая Сашей Шпаком. Поэтому, в общем, мы остались довольны. Сейчас рулим на вокзал и go to home. To home.